Вот этот музыкальный центр создает как бы обстановку такую близкую к домашней для наших строителей. Вот они там укладывают, видите, такие балки. Значит, начинается с того, что вот на эти бетонные подставочки, вы смотрите, как происходит. Вот, устанавливают такие брусочки. На брусочки идут большие балки. Вот и здесь тоже все это со временем подойдет. Видите, вот сюда вставится вот такой брусок, закрепится, а к нему сверху уже будет вот такой горизонтальный. Они говорят, что сегодня закончат всю вот эту работу. Не знаю даже, как так у них быстро получится, но, в общем, так вот говорят. А балки из pressure treated wood, вот эти, типа шпал, как нам объяснял Эдуард, вот они накручиваются. Вы видите, как, да, пластиночка металлическая, значит, шайба, то есть шайба, гайка, а может там и шайба есть, не знаю. Вот, и нормально накручивается, вы видите, никаких проблем с тем, что цемент их там заляпал, и они не смогут потом ничего на это накрутить. Такой проблемы нет. Так происходит. Вот еще пару часов прошла, и мы видим, как эти лаги стоят, и на лагах уже ребята начали в другом направлении эти доски ставить. Я тут смотрю, фанерка такая серьезная лежит. Так, я уже начинаю даже догадываться, куда она пойдет. Так. Сегодня 9-й день, как стройка идет. 6 дней на этой неделе, 6-й день. И 3 дня на предыдущий. Вот мы уже в таком состоянии. Светлана, мне говорит, пойди, покажи, как рубанок работает. Я думаю, ну, наверное, надо показать. Но, друзья, если так уже мы шутки в сторону, то он в данном случае силит эту балку. Ему надо ее так сделать немножко покороче, видите? Поэтому это, конечно, не рубанок, это такая пила.